Выставка кошек проходит во Дворце спорта. Заводчики знакомятся друг с другом и презентуют минчанам породистых котят. Любой желающий может найти себе хвостатого друга. Породы представлены: бенгальская, британская короткошерстная, мейн-куны, селкер-крексы, деван-рексы. Хочу мейн-куна. Все, мама, придется брать мейн-куна. Настоящий лев. Сколько килограмм? Сейчас он весит 9 килограмм. Ему только один год, это мейн-кун полидакт, и он вырастет примерно 12-13 килограмм будет. Сколько у вас мейн-кунов дома? Больше 60. У нас есть частный дом и специально выделены для всех котов его комнаты. Ну, это любовь. Британские, шотландские, это классика. Я с детства любила, обожала. Ну, вообще, я как кошатник с многолетним стажем, я абсолютно уверена в том, что коты положительно влияют на энергетику человека. Уже давно установлен научный факт, что мурчание кошки способствует лечебным таким вот моментам. А вы сколько кошек посмотрите? А я после 6 уже не считала. Мы вообще, если честно, пришли просто, но я бы вообще и купила. Ну, мейн-кун – это мой вот это мое предпочтение. Ну, я люблю больших, красивых и пушистых. Еще шотландские. Кажется, я бы их, наверное, всех взяла. Показывают питомцев белорусы всех регионов. Работает выставка в выходные с 10 утра до 6 часов вечера.